Накануне в Госсобрании Ил-Тумен прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению первого съезда депутатов представительных органов муниципальных образований. Первый в истории парламентаризма Якутии. Съезд пройдет с 27 по 30 марта. В эти дни депутаты пройдут курсы повышения квалификации по проектному управлению, будут участвовать в семинарах, круглых столах, обсудят проблемы и перспективы развития законодательства о представительных органах муниципальных образований, механизмы взаимодействия общества и местного самоуправления, о роли депутатов в развитии общественно-политической жизни республики. Я являюсь членом Организационной комиссии по проведению Республиканского съезда. Поэтому сразу же поставил вопрос об обсуждении проекта закона о статусе депутата. В данный момент у нас по главам поселений более-менее упорядочено. А вот насчет депутатов у нас... Пока законодательства недостаточно.